Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Десан и Данилка. Всем привет. Мы продолжаем, точнее уже можно сказать заканчиваем проходить эту замечательную карту по названием, по нашему, под названием Загадочный остров. Мы собрали 4 башкенции, которые уже у нас тут стоят на нашем, не знаю как это называть, стенде, да? Это ура. 4 головы. И как мы нашли в церкви то, что там было написано, что вы можете войти в какой-то там подвал, только если вы поставили 4 башки на, мы их поставили, на стенд, кстати. Да, и мы их уже поставили. И поэтому, ребят, сейчас уже идем туда. Я не знаю, может это финал, потому что вряд ли бы писали, что вы можете туда войти только с 4 головами, да. Угу. Поэтому мне кажется, что это уже реально финал. Сейчас посмотрим. Че, поехали. Сейчас жди меня. Жди меня. Давай. Так, я тут. Сейчас я покушаю. Сейчас. Два. У тебя случайно опять не на писфули? Нет, не на писфули, но это я уже три так. Три на ниточки и всё. Поехали. Все, спускаемся. Ребята. Ё-моё. Рычаг. Рычаг, став. Ты его взял? Нет. Я его тоже не брал. Так, а, вон он. Ну, поставь сюда на вот этот блок. Потому что он как... О! Опа. Идём. Потому что он всё-таки... Опа, это чё? How to place? О, place card. Вагонеток. Бери да. Вагонетку. Нужно поместить. Так, я первый, давай. Ну сейчас жди. Давай. А куда? Садись. Это? Садись. Place card, hold where, press button. Button. Давай, ей. Ты что, издеваешься? Давай. Не, лучше бы толкал бы туда. Да какая нафиг разница? Что, давай? Давай, я нажимаю, и ты едешь. Давай. Раз, два, три. Опа. Всё, о, молодец. Я поехал, ты давай за мной. Давай, сейчас. Поехали. Данжики всякие. И лавала. Да, не. Это просто ради прикола ее поставили, я тоже сначала испугался. Сделали. Нифига себе там всякие. О, ты тут какая красота, ё-моё. Лаборатория, ух, сразу столько монстров. Где? Ух ты. Ребята. Сразу же это нужно все светить, хотя я не вижу, где они спавнятся. Фу, все. Лаборатория какая-то, прикинь, написала. Да, иди сюда. Сейчас жди. А как нам сюда? А, вот это все железные блоки. Тихо. Что там было, я не видел. Нить, и по-любому там нас. Стой. Ну иди назад. Иди назад. Да, я слышу их уже. Все, пошли. Ща, нет. Давай сначала. Это нужно, наверное, пробежать. Да, я постараюсь пробежать. Отойди. Может, все-таки я? Сейчас ты, давай. А тут даже спавнят, нет? Видишь, они вылазят. Да, у них эти... Раздатчик. Яйца. Яички там, короче. Так. Ух, паркурчик. Давай. Как и терпеть паркур уже не могу после этого прохождения карты. Да, твою ж. Там мы уже можем вот на этот рычаг нажать, но ладно, это будет неинтересно, если мы будем не по правилам проходить. Согласись. Ну да. А вот тут я не знаю, как нам. А там, наверное, тупо пробежать нужно. Попытайся тупо зажать. Ага. Нет? Нет. Тут надо, знаешь, как под деревом, когда ты бегаешь, если ты в Hunger Games играл, там, когда под деревом бегаешь, надо быстренько нажимать пробел. Ой, хорош. Твою. Ну упал. Да, вот так нужно. Так, ну, с первого давай, раза. Давай, теперь ты. Только не. Ага. Тут надо просто. Это сложно немного. Да ё-моё. Какой-то, не знаю, бред. С одной стороны. Да ёшкин. Да я нажал, ну чё ты прикалываешься? Лаборатория какая-то. Это все железные блоки, да, если я не ошибаюсь? Да? То есть. В конце видишь, давай, ты первый. Опа. Угу. Лучше уж ты, потому что ты как-то более-менее там пробежал. Ну и первый раз по случайности. Ё-моё. Ух, ребята, это мы пока пройдем. То есть смотри, мы уже тут можем на рычаг нажать, там он не высоко, но это будет... Да ты чё издеваешься? Мы, наверное, этот паркур больше будем проходить, чем карту. Давай. Да ёшки. О, сейчас я пробежал, но у меня что-то залагало и назад ты поехал. Да, кстати. Да ты.
Я не знаю. Мы можем, конечно, это все не по правилам проходить. Опа. ТП-шися. Да я тут. Это лучше ТП-шься. Я же тебе говорю. Блин, я же тебе сказал ТП-шься. Да какая разница? Ну да, действительно, лучше еще, лучше бы это. На том бы блоки остались, блин. Ну ладно, тогда если один блок пройдем, то остаемся там. Да. Так, ребята, я вообще не в курсе, как мы это будем сейчас проходить. Конечно, мы... я, если честно, вообще не мастер паркура, поэтому если немного туплю, точнее не туплю, просто не люблю паркур, что тут такого. Ой. Теперь я его начал возненавидеть, вот, паркур. Короче, твою мать, ребят, я только нажал на паузу и сразу вот тут, я не знаю. Ага. Да. А мне ты не успел сказать. Короче, ребят, Эдисон пробежался, и как только мы выключили паузу, он сразу вот пробежался, все. Это какой-то, не знаю, магия. Ну это всегда так, то есть, ладно, я нажим, ага, а вот тут тоже нужно вот так пробежаться. Ага, сейчас ты пробуй там. Твою мать. Я только тебе ТП-шню захотел. Ну ты чё? Ну, всё-таки... А сейчас опять хрен пробежу. Вот нажал на паузу, только пробежал. Опа, тихо. Блин. Только нажал на паузу, сразу пробежался. Можно мне опять на паузу нажать? Опа, тихо. ТП-шися. ТП-шися. Все. Да какая разница, это же нужно сразу все подряд. Ай-яй-яй-яй-яй. Куда ты? Да что ж ты будешь делать? Твою. Это нудно просто вот так. Автор. Ты прям загнал что-то с этим паркуром. Думаю, конец, вот в этом-то и есть он сложный. Потому что в другом... Короче, я нажимаю на паузу, а ты не нажимай, потому что если я еще опять пробегу. Вот кто пробежал. Сейчас вот нажимай на тот рычаг. А, я думал, туда бежать нужно. Ага. А че это? Во! Ба! Нифига себе. Так. Дети, ну не бри ты передо мной, ну почему ты лезешь? Нормально, ну не видишь, что я там всё, бью? Нормально, это для профилактики. Так давай я еще раз тебя пну для еще больше профилактики. Если еще раз пнешь, ты меня уже убьешь для профилактики. И так сейчас умрешь. Да нет. С одного удара. Ё-моё, ой, что сделал? Ты прыгайся ко мне. Вот. Тут тоже бы Fire Resistance не помешал. У тебя есть еще один? Да. Дай тогда мне. Ну хотя бы беги давай. А у тебя еще есть? Ну конечно. А, у тебя точно. Смысл я его выпивал, так что... А, не надо его убивать. Ой, ТП-шнулся. Пробежал, нет? Я не знаю, что ты боишься. Пробежался бы и да все. Тут пофиг. Ничего терять. У тебя тем более Fire Resistance. Нет, я не пил, но... Не пил? О, залезай. Сейчас, жди. Ё-моё. А, чё это там? Голема, фу. Напугался, да, уже? Здорово. Не беги вперед пока что. Давай. Нет, ты чё на меня всё... не смотришь? О, вон ту хер. Нет, не хочем. Не хотим мы. Не хотим. А, слушай, иди сюда. Это помнишь вот это место? Ща. Где? Какое место? Ну, иди сюда, посмотри. Помнишь это место? Ага, да. Спускаемся? Я что-то не заметил, да? Пойдем. Так, а? Stuff on, you wait a minute, hold what they fit inside. Железные слитки тут. Окей. Паутина. Точнее, ну да, нитки точнее. Книжки. Нитки, а вот здесь. Опа, иди сюда. Спускаемся. Так, тихо, вот тут. Опа, и это все сейчас гореть будет, да? Все, я пробежал, пойдем. Ла-л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 а. Я тоже так бегу. Все нормально. Давай дальше. Все нормально. Тихо, тут осторожненько. Скиллпоинта 3 штуки. Это что, лед?
Да, это лед. Так, сейчас осторожно, тут фиг его знает какие-то. Опа. Опаньки, опаньки. Underground зомби. А ну назад, назад, назад. Это что, босс какой-то? Нет, какой, это просто. Это обычный... Так это мы его видели под картой. Да. И все? Я думал, там какой-то часть, эпический да. босс будет. Ну да, да. Спаунеры. Тихо, тихо. Все, я его уже убил. Все нормально. Побежали дальше. Опа. Дик-дик-дик. Давай, ломай. Опа, тут еще что? А сейчас пауки пошли, да? Да. Ой, сори, я тебя поджег, видимо. Сейчас. Так, кто-то тут... кидает, еще сзади паук заспавнился. Там их спавнер, нужно ломать это, потому что они будут спавниться и спавниться. Сейчас я сломал. Да нет, там сзади был еще, мы забыли. Охренеть, опять паркур. Стой здесь, потому что я по... круче тебя. Ага, в паркуре. Угу. Я там упал. Там какую-то фигню кидали, вот только не знаю что, вот здесь вот, а я ее сломал. Ну так ты дурак, это наверное для прыгучести было. Нет, не для прыгучести. А может, может там что-то было. Тпшися, тпшися сюда быстрее. Все. Где и ты? Отойди в самый угол. Ну, я тут. Блин, у меня залагало. И стой. Эдди сенсор. Давай. Давай ты прыгай. Так, так. Сейчас, стой, стой, стой и... там. Сказал же, стой. Тихо. Тихо, тихо, не ори. Давай. Угу. Да. Смотри, сейчас умрешь. Не умру. Такими прыжками. Ай, как же меня это бесит. Давай ты. Ну, иди в угол. Я стою, 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 стою. Давай. Ага. Угу. Так, я мгновенное лечение выкину. Ты пехайся. А, о, окей, давай. Ща, я. Давай. Да иди ты, не вижу нифига. Во. Всё? Да, как там я дубанулся, я не в курсе. Так. Может... О, о, всё. Ты пехайся. The chest of life. Сундук жизни. Ух ты! Давай я левую половину, ты правую. О, да. Это, походу, нам нужно будет яблочки. Кушаем. Ну, в принципе, тут нужно кушать, потому что... Ну... Так, тут чё? Ну тут, как всегда, спавнер. Опа. Крипер. Ой. Ты не в ту сторону пошел. Хотя давай я сейчас туда приду. Стой там. Опа, тут ну, рычаг. Понятно. Взял? Рычаг с названием Кей, да. Давай тогда сюда. Да. Тут чё? Вот сюда нужно. Красота. Ставь. Уличка какая. Опа. Так, о, сейчас, тихо, не тихо, беги. Тихо. О, тут пробежаться, видимо, надо. О, что там? Ничего. Where I am. Так, давай, 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 тупо давай. Тупо бежать и все? Да. Все. Или не все? Нифига себе, сколько этих сообщений. Ну, стой, отойди. Ну. Отойди, отойди вот сюда. Оп, все. Exit, exit, все? Да, походу. Hit me, my leg at first. Не-не, не нажимай. Это все, ребят, это финал. Что там написано? Поздравляем, ты прошел тест, ла-ла-ла-ла-ла. Ты где? Целый остров был исследован нами. Даже отлично. Ща, так как что-то там вот этот самолет, как это, разбился, да, и все такое. Да. Потому что ты выжил. Короче, все. Кстати, ты пришнись ко мне, потому что мы уже все здесь в конце. Ну, что тут? Да смотри, я тут. Смотри, как я тебе говорил. Это специально. Так, бери там ТНТ. Кстати, ребят, с наступающим всем Новым годом. О, как раз да, так под Новый год. Да. Это тоже поздравляю. Нифига себе, а смотри, какие красивые салюты. Да. Это все нужно выпустить, без этого никак.
Да, ребят, всех с наступающим Новым годом. Желаем всем здоровья, бабла и популярности на Ютубе, если вы летсплейщик. Вот, и удачи вам в прохождении этой карты, если вы начинаете ее проходить. Вот. Думаю, на этом все. С вами был Данилка и Эдисон. Вот, и было такое прохождение карты Загадочный остров. Сейчас. Ах, ты хочешь все-таки взорвать, да? Вот там карта, смотри, наша. Смотри, что делаем. Я не знаю, что это. Хотя, look, click me, may luck it first. Че, давай кликнем. Это все твои вещи тут? Это ты выложил? Да. Че? А, ну это... Спасибо за... Спасибо, что поиграли на моей карте. Там все... Тыр-пыр-тыр-пыр. Вот так. Ты хочешь закопать, да? За все муки, которые мы прошли на этой карте. Да. За паркур и все остальное. Куча тут слаймов вот здесь. Автору просто огромнейшее спасибо за то, что он постарался сделать такую карту. Карта реально очень классная. Да, респект автору. Я ем яблочко золотое. По 10-бальной шкале твоя шкала какая будет? Какая оценка твоя? 10, мне так кажется. А я думаю, я поставлю 30 из 10, потому что это вообще суперская карта. А я успел убежать. Я понял, что ты нет. Так, ну все, давайте, ребята, это заканчиваем. Если вам понравилось прохождение, не забываем, ребята, что мы также с Данилкой можем пройти еще одну карту, потом еще одну. Если вам, в принципе, нравится прохождение, то ставьте лайки. Напишите в комментариях, хотите ли вы, чтобы мы еще проходили карты. И на этом мы заканчиваем. Да, с вами был Данилка и Эдисон. Всем спасибо и всем пока. И всем пока. Ты сгоришь? Не сгоришь? Сгори! Ну сгори!